Мы в таком райончике прикольном. Привет всем. Практически Привезли мой центр скутер города. на ремонт. И тут такой магазин. Просто тут ходишь, запутываешься. Честно, я тут шла. Народ, я тут потерялась. Это я одела блейзеры. Везли мой скутер. Он поломался. Сейчас вам буду показывать магазин. Таша ищет такие прикольные брючки. Помните, мы не купили такие в Кении. Нам Анна собиралась сделать, точнее, племянница. Это сколько, ты говоришь, стоит? Ну, 12 вроде за 2. 12 за 2, 12 дирхам за 2 пары. Вот такие классные, знаете, индийские такие. Ну, кто был в Индии, вот там такие любят носить. Тут вообще цены, народ. Сейчас я доберусь, у меня не заберут камеру, а вы знаете, что в Эмиратах не любят снимать. Там платьишки по 29, платья по 29 дирхам. Так, это примерно 8 долларов. Печалька, нет карманчиков. Карманов нет. Ну что такое? Давай ты поищи, думаю, ты сейчас смотрела одни брюки, и вообще там не было твоего размера. Посмотри другие варианты брюк. Джинсы, кстати, помните, мы уже, надеюсь, выложили видео, что Наташа мерила мужские джинсы. Здесь хотя бы какие-то, ну не знаю, более цвета такие, ну, вот, джинсовские. Джинсовские? Ну да. Такие интересные, интересные, интересные. А вон, кстати, платьишко, сейчас туда дойду, а вообще напоминает секонд-хенд. Но на самом деле это не секонд, тут все вещи новые. И есть тут и по двое вот вещи, и по одному. Ну, брючки прикольные такие. Типа как джинсы, но не джинсы, вот стоят, я вижу, 24 уже стоят. Как ты видишь, что за две пары? Ну, не знаю, не в 2 месяца. А, 2 месяца. Вот называется World Trading. Вот. Может, и одна, не знаю. А ну, эти веселенькие. Да, а ну, сколько эти стоят? Тоже эти 18. 18. Слушай, а что с ними не так, что они 18? Ну, другое, да качество, наверное, какие другое. Там качество? Эти умоляю. Качество. Ну, это маленькие. Ну, толки много таких брючек, мне нравятся такие. О, ну, домашние. Давайте лайфхак не маленькие. Ага, лайфхак, платишь, помните? Но оно будет тянуться и что, так оно все... Не-не-не, неудобно было. А те вот лайфхакчок... Ну, те мне нравятся, не знаешь, просто здесь они такие слоники. Мне не нравится, такие, что они карманы не сделали. Какого... Слушай, ну, проверь все, может, где-то карманы есть, ну, а где-то не сделали. Да. Это ж Китай. Там чудеса. Ну, покажу, он тут с Микки Маусом. Футболка мне просто нравится, очень яркая. Ой, боже. А ну. 16 дирхам, прикольно. Чилдес и Дональд, и Гуфи, и девочка Дональд, и Минни Маус, и... Ой, дофига всех, и Микки Маус. Слушайте, причем ну... сделано нормально. Даже еще и практически ровная строчка. Мне показалось, тут Дисней написано, но нет. Да не я ровно даже. Не практически, а ровно. А в Кельвин Кляйне, кстати, вон, смотри. Написано Кельвин Кляйн. А сколько они хотят? Видишь, что Кельвин Кляйн написано. Всего 19 дирхов. 19. Ну, качественная подделочка. Сейчас пойдем с вами попробуем посмотреть эти. Или, ладно, Наташа выбирает. Я не выберу. Ты, ну, слава богу, что уже хоть нашли нормальный магазин, но это очень недорого. Помните, мы в Караме покупали что-то, и было так, там, ну, тоже хорошие цены были, но было трошки дороже. Но вот такое платье, правда, 109 стоит. Как бы вам показать? 109, вот, синяя, а черная 98. Вот такие бусики красивые. Это вот таких мы дорогих платьях сейчас стоим. Серая 129. И вот 69, вот такое, не знаю, даже цвет какой, персиковый. И красивое такое зеленое 98. О, это красивое платье. Давайте отойду, вам так сниму. Дальше такое темно-персиковое 48. И серенькое 98. О, сейчас покажу. Такие абаи черные. Вот 89 стоит. 79. Знаете, местные девушки в них ходят. Так, ну это все-таки. Ой, это что у нас, Гуччи, типа, да? Прикольно, что у нас по цене. И 42 на всех Е цены, а это 34. То есть это 34, а это 42. О, Наталка нашла что-то. А это сколько стоит? Ну, 12. А ну еще так. Ох, верблюды прикольные. Верблюды? Да. А ну еще. Ну, прикольно смотрится. Ну, опять же, без карманов. Без карманов все. Ты привыкла к карманчику? Ну да, удобно. Ты из дома вышел, хотя бы ключи. Слушай, ты покопайся еще. А я пока гляну. А я пока сейчас хочу вам платье показать. Главное, чтобы никого не было. Так, тихо.
О, нету никого. Хорошо. Вот это вот 30 стоит платье. 32. И синее 32. Давайте отойдем, посмотрим. То есть посередине 30. Где-то 8 долларов. 32, 32, 8,5. А красное платьишко, сейчас скажу, почему. 49. Вот зеленое такое, 46. Народ, хоть лайков накидайте. Знаете, как эмираты не любят, когда их снимают. Так, это не могу понять, сколько стоит. А вот это. Это сколько? 43. А зеленое 43 тоже. Сейчас пройдем, посмотрим всю красоту. И покажу вам, что вот зеленое красивое. Так вот. Вот еще черные байки. И я скажу, я тут блукаю. Привет, это я. Я тут блукала и доблукала до лифчиков. Вот здесь по 49 платьишко. Материал, кстати, приятный. О, 26, кстати, вот платье. Вот начались 26. Меньше уже не сделать в микро. 26. Это сколько? 30. Так, сейчас проходим аккуратно. О, тут уже просто попадаем в отдел телефонов, представляете, я потом там зашла и запуталась. А вот раздевалки, кстати, они здесь тоже есть. И вообще не хуже, чем Наташа мерила в Тумаксе. Лифчик мятный, прикольный, кстати. 11,50 стоит. Ну, вообще в Караме хорошие трусы, лифчики, мы смотрели с вами уже. Вот. И вот тут дальше еще. Вот, в принципе, неплохо. Ну, не знаю, в Дубае, в Абу-Даби уже там не сильно просто найти такие магазины. А в Ляйне еще есть. В Ляйне есть. Поэтому мы с вами здесь. Надеюсь на ваши лайки и комменты. Идем Наташу искать. Так. Так интересно, что Наталка сегодня выберет и померит. Тут еще, кстати, лабиринты есть походить. Но там местные женщины, там продавцы. Короче, честно, вот это вот сейчас крики «сотрите видео» меня не особо обрадуют. Ну, какие-то, не знаю... Не маловаты? 23. 23 стоит. Но с карманами. Не, они могут. Да. Кажется, они какие-то узкие, маленькие, ну, не да, знаю. Да, да, да. Ну, главное покопаться и найти. Вот. Народ, смотрите. Выбрала себе футболку Кельвин Кляйна. Фальшивочку. Померяем сейчас. 19 стоит. А потом смотрите, какого я нашла Джордана. Вот просто обратите внимание, даже здесь налепили лейбл, даже здесь, за 15 дирхам. Смотрите, здесь Джордан, еще здесь есть, извините. Ну, что, это... две хочешь взять? Я Nike хочу. А, это Nike. И Nike за 15 тоже. Ну, видите, все не с короткими рукавами, что, в принципе, запрещено в школе. Но сейчас посмотрим, как бы. Пойду одену. Может, мои бицепсы не так сильно будут видны. И вон Наташин выбор тоже висит уже. Да, это за одну штучку. Цена за одну штуку. Ну, сейчас выберем. Если влезу, мне вот эти понравились разноцветно. Тут есть карманы, а в этих нет. Есть примерочные, которые я нашла. Идем мерить. Ставьте лайки. Тут Наташа в шоке, что цена джинсовых шортов 14 дирхам. А в Киеве мы брали намного дороже, да, по-моему? 450. И те по 650 там это. Надо померить. Слушай, сейчас, конечно, надо тут померить. Резиночка, да, тут резинка прям. Тут затягивается. Ну, как качество? Не знаю, качество да качество. Нормальный, ну, нормальный, да? Джинс. Летний, легкий. Надо померить. Сейчас проверяем. Проверочка. Ну, посмотрим. Посмотрим. Идем мерить. Классно, замок здесь. Наташа может меня закрыть. Смотрите, как маечка Кельвин Кляйн. Сразу могу сказать, что уже здесь брак какой-то. Здесь, смотри, вот так вот открывается вообще N, а здесь у меня прям бицеп жмет. Угу. А знаешь, мне не нравится, что N вот это все ушло под мышку. И вот здесь джинс. Да, надо уже. Фигота, короче, да? Давай вот те вот. Мне вообще не нравится, когда большие надписи, если честно. Не играет. Во-первых, нужно лифчик поддевать, по-моему. Во-вторых, ну я не знаю, но облегающиеся. Вот слушай, вот видно, что это подделка. Ну да. Слушай, какой-то размер, что оно такое прямо... Или ты поправилась? Детский какой-то. Детский, да. В обтяжечку. Вот видно, что подделка. Да. Не, вот не тот хлопок, не тот цвет, так что... Джордан уже не тот. Джордан уже не тот. Пишите комменты.
просвечивается. Извините, я просто взяла лентой соски и залепила, чтобы не то, да? Не просвечивается. Оно просто вообще вся светится. Оно маленькое. Оно маленькое. Но. Не. Ну да, и тем более вообще как бы, ну... Мусульманская школа все-таки должна быть вот футболка до сих пор. Ага. Ну ладно, цены классные, если были сегодня, кстати, Nike, ну блин, классно, все, поделка сделана классно. То как бы тренировки бы она продержалась, но нет. Жаль. Amazing. Прикольно. К тапкам вообще идет классно. К тапкам вообще. Ну оно чуть-чуть так это, ну, плотненько, хотя... Даже не знаю. Ну, мы немножко потянемся в полиэстер вместе с, это, с хлопком. Ну, наполовину, 50 на 50. И сколько эти стоят? Напомню? Эти 18. 18. За 18. Вот. Ну, так-то нормально мусорилось. Угу, вообще. Вообще, да? Замечательно. Amazing. Но главное, что есть это, кармашки. Мне надо ключ бросить, вот, пойти там что-то. Ну, я привыкла, короче. В общем, сейчас еще один. Сейчас я подумаю. Ну, померишь? Ну, это вообще... Я буду звезда на районе. Что ты? Лучше все. Хотя цена, конечно. 18. Это так, 180 гривен, да? Ну, нормально. Но с другой стороны, мы все время покупали в Карифоре. Вот это у меня домашний постоянно. 25 дирхам. 25 дирхам. Видишь, нашли дешевле. Да, 25 дирхам. Ну, с хромонами. Скутер нашли дешевле. Но протирались они быстро, конечно. Некоторые рвались вот так вот. Просто тупо пошло. 25. Так, все, я пойду другие мерить. Давай. Это вообще прикол. Знаешь, что? Не, ну типа... Нездорово я тебе. Здорово? Да не, нездорово. Чего? Ну вот свои шутки. Ну вот это вот. Висит. Ой, я тебя умоляю. Самый прикол в том, что это просто пришито. А вот это, зачем оно пришивать? Нет. Оно не тянется. То есть здесь тоже резинка. Зачем пришивать? Зачем? Ну эти более свободные верблюдики. Что? Более, более свободные. Вот, блин, ну пришите карман. Что вы за люди? Вот теперь я не знаю. Вот это. Рокки шит. Вообще-то я в магазин так еще хожу. Да. В местный. Ну, какие брать? Вот те две пары. Ну, наверное, бери, которые тебе удобно. Да, две пары, то мы долго искали. А вы, ну, друзья, пишите комменты. Нам будет интересно. Резинка жмет? В тех. Давай одни те тогда. Да? Да. Я тоже так думаю. Вот эти и бери. И футболочка с тигром, которую мы тоже покупали на шопинге. Слушай, а если я вот это отрежу, мне два дирхама с кости? Ну зачем? Вот реально, что оно мне? Ну вообще ничего не играет. Такие узорчики, класс. Нет, тут-то прикольно. Вообще мне, ну, прикольно в них ходить. Все, берем и бежим. Ну что, шортики остались. Чем они хуже тех? За 400 с чем-то или 600, сколько они тебе стоят. Рваные, помнишь? А, вообще ничем. Посмотри, еще тут такая штука. А зачем? Ну, пепси-колу цеплять туда? Не знаю, что, не могу понять. Прикол такой. Приманочка. Шикарно. Но я, конечно, в такие не пойду. Ну, на пляж куда-то. Ну, это слишком. Ну, 14. Ну, 14 дирхам — это фигня вообще. Это вообще ни о чем. Резиночка сзади хорошая. Чи, тут себе это. Можешь вынуть, наверное, эту сиденье. Ты дома можешь не ходить. В дом? Да. По дому я без них хожу, зачем мне? Ну, я подумаю. Ну, прикольно.